Больш за 900 дзяцей і падлеткаў з мікрараёнаў Камсамбольскі, Сош і іншых частак Крычава прыйдуць сёлета вучыцца ў новую сярэднюю школу нумар 8. Адных толькі першых класаў тут плануюць набраць адразу 4. На одной из головных улиц Крычева, Комсомольской, дорожники шчируют над ремонтом тротуара. Это головный проезд да вельми значный для райцентра новобудовли школы номер 8. Ее будовництво завершается. У кабинетах уже расставляют меблю. Коридоры сустракают маляуничим мастацким оформлением. На спортивных пляцовках, что раскинулись на велизарной пришкольной территории, устанавливают инвентарь. Для першоклассников зараз рыхтуют классы и спальни на першем поверсе одного из корпусов. А еще специально Листы устанавливают систему так званой электронной школы. Наставники и обслуговывающий персонал завершают пробирать помешканье. Нагадаем, открытие самой великой у Крычеве и самой новой школы Могилевщины плануют примерковать до Дня ведов. Будовники разом с коллективом школы спешаются, как справиться до первого звонка. Школа будет оснащена самым современным оборудованием. Планируется установка 127 компьютеров, 15 ноутбуков, интерактивные доски.